Суд приговорил личного врача Майкла Джексона, доктора Конрада Мюррея, к 4 годам сидения за решеткой. Виновному в непреднамеренном убийстве отказано в праве на условно-досрочное освобождение. Зачитывая обвинительный приговор, судья Майкл Пастер заявил, что Мюррей вероломно нарушил законы медицинской и финансовой этики. Доктор Мюррей пал жертвой искушения этой безумной авантюрой, в которой фигурировали деньги и опасные медицинские препараты. Я считаю такие нарушения медицинского кодекса неприемлемыми. Во время оглашения приговора по делу, получившему мировую огласку, сам Мюррей не выказывал каких-либо эмоций. Но перед тем, как его вывели из зала, доктор успел ответить воздушным поцелуем женщине, громко признавшейся в любви к приговоренному. Члены семьи Джексонов присутствовали в зале суда. Мать Майкла, Кэтрин Джексон, призналась, что довольна приговором. Четыре года за жизнь человека, конечно, мало. Это не вернет Майкла. Но, по крайней мере, Мюррей получил максимальный срок. Думаю, судья принял правильное решение, и я ему очень благодарна. 4 года тюрьмы для этого человека не вернут моего сына, но закон есть закон. Спасибо следователям за хорошо проведенное расследование, судье за то, что присудил ему максимальный срок. Я довольна результатом процесса. Брат Майкла Джермейн заявил, что для Мюррея и 100 лет было бы мало. По словам сестры ушедшего певца Латои Джексон, правосудие свершилось. Суд обязал Мюррея оплатить судебные издержки. Также было решено провести очередное слушание по запросу стороны обвинения, которое настаивает на возмещении Мюрреем ущерба семье Джексонов в размере 100 миллионов долларов.